13 января в Тверском академическом театре драмы чествовали сотрудников прокуратуры. Торжество приурочено к 300-летию со дня образования ведомства. На празднике побывала Ирина Чекнова. Шагаем. Марш. В зале первые лица области, руководители всех силовых структур Верхневолжья. По указу президента Российской Федерации, именно прокурор координирует в регионе всю правоохранительную деятельность. Результат совместной работы налицо. В минувшем году в Тверской области снизился рост преступности. Не менее важно наведение порядка в социальной сфере, в частности, с долгами по заработной плате. Начиная совместную работу на территории Тверской области, это было у нас чуть более 5 лет назад, мы имели долги по зарплате, которые в то время числились, а часть даже долгов и не числилась, более 120 миллионов рублей. Это очень большие суммы, если перевести на каждого гражданина, это огромные суммы задолженности по заработной плате. Могу доложить, что сегодня эта сумма уже не превышает 1 миллиона рублей. Это небольшие задержки, которые органами прокуратуры, прокуратура четко контролируется и всегда находится под неусыпным контролем прокурора Тверской области. За 300 лет существования ведомства круг задач сотрудника прокуратуры был и остается чрезвычайно широким. И подчинены эти задачи одной цели – помочь человеку в решении жизненно важных проблем. Это те люди, которые, не считаясь ни с личным временем, ни со своей семьей, трудятся на благо Тверской области, на благо прокуратуры, на благо государства. И я благодарен всему коллективу, всему прокурорскому корпусу, ветеранам нашим. Преемственность поколений – важный аспект воспитательной работы прокуратуры области. Ветераны службы передают свой опыт молодым сотрудникам, число которых за последние годы значительно выросло. Для ветеранов это очень большое дело. Вы представляете, вышел на пенсию лет 15-20 тому назад, а сейчас, придя в свой же кабинет, на свое то же самое место, и с каким чувством они приходят. Ветераны после этого все уходят окрыленные и очень довольные. В день профессионального праздника многие сотрудники прокуратуры поощрены правами генерального прокурора, прокурора области. Ряду сотрудников ведомства благодарственные письма и награды лично вручил руководитель региона. Названы в этот день прокуратуры, признанные по итогам предыдущего года лучшими в области. В их числе Бежецкая межрайонная прокуратура. В прошлом году решили ряд ключевых вопросов. Это вопросы погашения заработной платы на одном из градообразующих предприятий района. Мы активно занимались вопросами жилищно-коммунального хозяйства, не допустили аварии на одном из поселков района. Я думаю, что именно эти заслуги были оценены. 300 лет назад при создании прокуратуры Петр I поставил перед ней задачу уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония. Эту же задачу по сей день решают прокуроры 21 века.